Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И мы продолжаем играть на серверах Лазуритного Гнома, это Hightech PvP. Мы, конечно, будем на других играть, но пока вот на одном как-то развились, разовьемся, что-то сделаем, будем на других, на RPG, наверное, будем. По крайней мере, эта вот серийка выйдет в пятницу утром, а следующая серийка вечером будет на RPG. Так что имейте в виду, и мы на в эту неделю как я выгляжу? С вами, как я сказал, это как нормально там. Я могу еще быстрее летать. А да, я покажу ребятам, как это. Ну смотри, вот сними, как я летаю. Я куда я покажу ребятам? Ну смотри, видишь, вот как я сейчас побыстрее летаю? Ну побыстрее, пожалуйста, время идет. Вот видишь, я. Я это, вижу, это вижу, я... дай мне, пожалуйста, я нормально а тебя вот прошу. А вот так вот я медленнее, я видишь? Понял, дай мне, пожалуйста, видишь, я летаю медленнее. Нет, дай, пожалуйста. Зачем? Я покажу ребятам. Ты сам уже показал. Я сам пока из глаз, вид из глаз. Это точно так же. Дай, я тебя пока нормально прошу сейчас. Ну зачем? Ты же видел уже. Ты можешь на 5 секунд мне дать? Зачем? Я из глаз покажу, как это, циферки там показываются какие-то, еще что-то. Видите, уважаемые подписчики, я почти не повышал голос на Хаммера, хотя он этого сейчас заслужил. Вот видите, я не понял, я падаю. Че падаешь? Я не понял. Че? Я падаю, я не зависаю. Не знаю. Это не тот наклон, значит. Это гравий должен быть. А это не гравий. А ты-то не падал? А потому что я VIP. Ну я тебе говорю, зачем тебе этот самый, если ты. А он быстрее вверх летает. И быстрее вперед летит. Не знаю, у меня, по-моему, так же летит вообще. Нет, у меня быстрее летает. Так ты, потому что VIP, у тебя. Ты сам флай просто пишешь, быстро летаешь. Нет, я медленнее, чем этот нагрудник летаю. Я, кстати, сейчас не могу рядом показать, но. Вот смотрите. Вот смотрите, вверх, допустим, согласен. Может, он быстрее как-то делает, да? Ну, смотрите, раз, два, три, четыре, да? Вот, вперед. Раз, два, три. 4. Видите, да? Снимаем его, одеваем обычный. Раз, два, три. Ну как-то вот, сейчас раз, два, три. Ну не знаю, если он быстрее, то совсем вообще незначительно. У него просто здесь вот 30 тысяч энергии, а здесь 1 миллион. Вот и весь сказ. То есть вот, я видите, как летаю? Раз, раз, раз. Вот, ну увидите, когда... Снимаем, одеваем. Раз, раз, раз. Ну, может чуть побыстрее, но вот для меня и не слышно никакого звука, как будто как бы какие-то работают эти турбинки. Вот и все. Поэтому не стоит, мне кажется, это не стоит этого. Тем не менее, как его сделать? Ну, то есть, да, здесь энергии много. Как его делается, он покажи. Ну, у нас вот этих дофигища набрал. Покажи, там. Как это делается. Вот это делается, давайте посмотрим. Оно не показывается. А нет, как не показывает, я не нажимаю, вот. Он делается из нано, потом эти пластинки, продвинутая микросхема, это и из Advanced электрического джетпака. Вот как он делается, мне интересно. Advanced электрический джетпак делается из электрического джетпака, лэппака с миллионника вот этих штучек и engine boosters, это усилители, эти двигатели, усилитель двигателя делается из пластинок Advanced, а вот эти пластинки, светопыль, продвинутые микросхемки, Advanced Head Vent какой-то и апгрейд. А
А как делается Great. вот это? Advanced делается из алмаза, решеток и хэтвент. А хэтвент делается из решеток железа этот. В общем, Кошмар. это такая заморочка. Ну, вот мне кажется, ну... Мне кажется, легко. Нет, во-первых, это сложно, но мне кажется, вот, вот я вот на этом летаю, и я довольный, понимаете, я доволен. Нет, мне, конечно, этот, нам вот эти все штуки, вот сколько увидели, да, что тебе дать вот эту фигню? Или не ты так будешь? Фигню? Во-первых, ты когда летаешь, ты ничего не тратишь, вот когда сейчас летаешь, вообще ты просто на метле летаешь. Вот это будет тратиться. Я на метле. И у нас не столько этого. Давай я просто положу его вот сюда. Хочешь себе в сейф положи, не знаю. Кто тебя ударил? Я не знаю, меня кто-то ударил. Тебя кто-то ударил. Я говорю, меня кто-то тебя ударил. Я говорю, мне кто-то ударил. Я видел, тебя стена ударила. И у нас вот этих джетпаков, видите, сколько вот нам? Раз, два, три, четыре, пять, и у нас шестой. Это все нам подарили. Ребята, спасибо вам. О, сейф положил. Видите, здесь энергия у нас никак не может накопиться, поэтому что-то все время она делается, поэтому накопиться не может. Но не страшно. Знаете, почему у нас энергия-то кончилась? Потому что... Я вам сейчас скажу. Потому что у меня, когда пропал вот этот вот Advanced Light Pack, пропал, мне его Саша Танкер дал, и я пришлось его зарядить, и он 500 энергии сожрал, то есть он сожрал полностью вот эту батарейку, ну, в смысле, и она никак не может накопиться, потому что мы постоянно тут что-то делаем. Сейчас, я думаю, она накопится, потому что мы вроде как... Так, это железо. Откуда, кстати, у нас железо? Хорошо. Откуда у нас железо? Я и так больше ничего пока тут не делаю. А может откуда-то железо можно добыть? Ну-ка. Давайте посмотрим. Так, у нас время. Что у нас время? А, господи, я испугался, уже думал, у нас кончилось время. Меня так часы пугают. В общем, это делается из материи. Кстати, генератор материи, я не знаю, наверное, сложно тоже тут делать. Так, это понятно. Это понятно, это из маленьких штучек. Это мы их, кстати, посмотрим сейчас. В мацераторе... О, ты смотри-ка, в мацераторе можно... Ну-ка, сейчас, извините. Меч, мацератор, хоп. И ничего. И тишина. Надо в простом. А простой нельзя здесь делать. А, хорошо. То есть плохо, то есть. Хорошо. А, то есть. А может его надо полностью заряженный? Да, не знаю. Из коробочек, понятно. О! А, из инвара. Нет. Вот дай попробую целый. Чего? Целый нагрудник. Наш план целый нагрудник железный. А, ну, пожалуйста. Так. Я мацератор. Пурит, пурит. О, пошло! Че-че? Целый надо! Целый. Целый. А, так ты почини, почини это все, короче, ты можешь починить. Короче, вот это вот железное почини. Вот топор этот. Почини. Ага. Кирку вот топор. 8. Классно, все, кирку. В общем, вот и все, возьми железо. Чиню. Кирку, меч и топор. Вот, почини сейчас. И потом там еще зачарован. А, это кварц. И потом это самое. И знаешь, сейчас что там? Так, а рельсы, рельсы, рельсы. Ну-ка, а рельсы можно? Не, рельсы, наверное, нет, это надо наглость а будет. Как чинить? А, чиню. Нет, рельсы эти какие-то не идут. Сейчас все туда запихиваем. Так. Рельсы не идут, рельсы не идут. Ведро я не хочу. Потому что нужно... Папа,
Да. А почему это кварцевая кирка не чинится? Я не знаю, малыш. Через 5 минут рестарт. Вот через 5 минут рестарт, а у нас 40 минут, а у нас 30 минут. 40 минут. Через сколько там? Через 5 минут. О, 5, 6, 7. Ну, в принципе, почти серия закончится через 5 минут. Ну, давайте подождем рестарта просто. Вот я все железо там положу. Классно. Откуда ты взял ее? А? А там еще в рядом в мацераторе, посмотри, там еще плавится. Вот я положу. Там еще кирка. А, там кирка. Прикольно. Сейчас топор. Тоже хорошо. Там меч. Я сейчас бегу, посмотри, если у меня железо ничего нет. Сейчас мы все сделаем. Так, видите, у нас 26 железа, то есть у нас... А нам нужно 77. О, то у есть... меня железного полно. То есть мы, может быть, ну, не знаю, в следующей серии, конечно, мы вряд ли это все сделаем. Папа, а мне жалко тратить железную броню вот эту. Ну, у тебя же нано-броня. А, я же випка же. Ну. Ну. Она же у меня кончится потом. Она заряжается? Нет, випка кончится. Да. Ну, випка кончится. Кстати. Да, но ты алмазного наделаешь всего? У тебя алмазного миллиард всего. Ну блин, мне же випку-то надо потом. Пятерки по четверти будут следующие, пожалуйста. Я имею в виду, зачем тебе железная броня, если ты сейчас, пока у тебя есть випка, наделаешь алмазной брони? А как я наделаю? Пишешь кит, эмеральд, тулс, или как там? А-а-а. Ну, броня там я забыл, как она пишется. Эмеральд армор. Эмеральд армор. Каждый день делал. Сейчас сделай эмеральд армор, пожалуйста. Подожди. Как она пишется? Эмеральд армор. Нет, что-то не так. Кит. А, кит. Кит, эмеральд, армор. Ну, я все, вот. Смотри. Та-да! Вот, и вот зачаровываю ее там. И у тебя целый месяц. Ты за этот месяц столько этой брони сделаешь. А там как это пишутся инструменты? Инструмент. Кит, эмеральд, тулс. Tools. Так, и у нас сейчас... Нет, а вот что-то мне не хочет. А, я неправильно написал. Нет. А что-то не хочет, не так? Ну, сейчас. Кит, эмеральд... А, кит, эмеральд, кит, извиняюсь. Кит? Эмеральд, кит. Кит, эмеральд, кит. Придумали. Так, и у нас сейчас будет рестарт. А, нет. Через 10 часов. Через 10 часов, я говорю, раз в день можно делать все. А ты уже сегодня что ли делал? Инструменты, да. Ой-ой, еще раз, железо еще раз переплавить. То есть 12 железа. Я броню зачарую пока. Зачарую. И 12 железа у нас осталось. Минус 12. 65 железа нужно. У меня еще есть, я понесу. 65, это у нас 22. Я 65, еще сейчас минус 22. 43. Сейчас у нас 43 железа будет. 43 железа будет. Ну, 43 железа это уже как-то что-то по... Это самое... Сейчас, наверное, будет у нас рестарт. Через одну минуту, да, уважаемые подписчики, через одну минуту рестарт. И мы, наверное, на этом серийку закончим, подождем рестарт. А можем, в принципе, ну как? Можем подождать, что-нибудь поговорить, в принципе, как бы не страшно.
можно не заканчивать. Заканчивать, но все равно это уже время у нас несколько минут так есть. Ну, я могу не заканчивать. Подождем рестарт и вернемся там буквально на 2 минутки. А, как бы еще. Вот, видите. Рестарт. Ну, подождем. Подождем. Что-нибудь, что еще я вам рассказать? А, ну да, все это у нас серийка. Как бы сейчас закончится минутки через 2. А уши горячие. И следующая серия, вот сейчас пятница на утром у вас, и следующая серия пятница вечером будет РПГ. Мы, собственно, выйдем, зайдем на РПГ ПВЕ, и будет 20 минут обзорная серия, где мы находимся. Можете запомнить, пожалуйста, там стен нету пока что, поэтому можете заходить. Но мы пока там не снимаем, я не знаю, когда мы будем снимать. Ну, не знаю, как Хаммер захочет, как я захочу, зайдем снимать. Там просто Денис всегда снимает. Вот сейчас то, что у Дениса из канала Угрюм и Гном, он там сейчас снимает. Собственно, ну, как бы, наверное, этому интересно, что он там снимает, и мы там, как бы, в принципе, мы недалеко от него там, просто с другой стороны спавна. Вот, и ну его, и покажем его. У него там, я не знаю, сейчас у него там 2 кровати было, больше ничего не было. И сундук. Там народ постоянно бегает около него. Но он сегодня не снимает, сегодня, ну, по-нашему сегодня суббота, по-вашему пятница. Поэтому он выходные они не снимают. Отдыхают, а мы наоборот выходные. Так, я зашел. А, давайте. Я падаю. Просто зайдем. Как сказать, зайдем попрощаться. Зайдем просто. Эй! А меня 2 минуты тебя у вас. Убьет, наверное, да? Как это меня убьет? Ну ты почему опять так говоришь, а? Меня убьет тебя. Вот. Вот когда у меня не получается что-то, и что-то у меня там убивает в игре, я имею в виду. Хаммер всегда хи-хи-хи, ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Ну, всегда весело это. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Плакачи. Джунгл Бэнс. Да, Джунгл Бэнс. Эй, Джунгл Бэнс. Мне не надо тут убивать, я сам убьюсь, пока стекло тут все делает. Джунгл Бэнс. И мы сейчас 2 минутки у нас есть. А, в принципе, минутка уже. Мы уже достраиваю. Давайте-то как-то зависнем так немножко. Хаммер хорошо, он... Как зависнет, так зависнет. Хаммер? Что? Хаммер. Что-что? Привет, а где ты сам? Что-что, Хаммер? Он что-то тут оказался. Опять из Энда перла. Вы снимаете? Да. Да мне надоело, у меня сейчас терпение лопнет и все это бывает. Дэн Хасинов. Да, я сейчас за 8 всех пойду убивать. До 15 секунд, если он не уйдет, я просто выйду и убью. Ну, я не знаю, подписчики-то. Ну, ребята, я не знаю, давай так скажем. Кого мы специально, ну, допустим, сюда не приглашали, кто... Короче, так. Кто сюда попадает каким-то образом не через дверь, не через дверь, а через эндоперлы, еще каким-то штукам, то мы будем убивать, ну, к сожалению, да, подписчик, вы не подписчик, если только мы сами не пригласили вас, понимаете, вот, скажем, давай заходи, открыли вам все, поэтому, к сожалению, так, потому что, понимаете, мы же ограждаем не, да, мы же ограждаем не просто так. А, видимо, для чего-то ограждаем, чтобы не мешали. Если ребята заходят, ну и как бы, он опять там, у него точка спауна там. А, ну, завис. А ты знаешь, его убиваю, у тебя это, рейтинг повышаться будет. О, смотри, он молодец, он рейтинг тебе повышать будет. Давай. Вот. Вперед. Вперед! Вон там вот у деревца появляется, да, там вот у деревца. А вон, наверху он появляется. Наверху дерево там где-то. Где он? Где-то там. Сейчас я флаймер гашу.
Поэтому, ребята, извините, ну все, вот, то есть, ну, я уже не знаю, у меня терпение лопнуло. Все, кто появляться будут здесь, Эндерпиорл, еще как-то, мы убивать будем. Ну, просто. Вот. Поэтому специально сделали, чтобы вы смотрели, зачем вам заходить сюда, ну. Ой, здесь выкинули вещи. Поэтому извините. Ты вот так выкинул вещи, я сейчас не могу пройти туда поставить. Ну ладно, в принципе, уже серийка заканчивается. И что мы имеем? Мы имеем еще 19. А, то есть это я сделал так. 64. 100. 100. 113. 113. Он вышел. Ну и хорошо, 113. Я, извините, забыл, сколько нам нужно. Ну, что-то около этого. В общем, немножко еще осталось нам. А, 153 надо было, да? 153, что-то такое. 153. Вот, переплавь, пожалуйста. 113, ну-ка, подожди. 113, 153 минус 113. 40, да, где-то осталось, получается, 40. Примерно 40 железа, ну, может, я там немножко ошибся, но осталось 40 железа. А, их надо починить. Починить надо. Угу. Сейчас, подожди, я себе броню делаю. Тупой. Откуда у меня это все это? Чуть не понял у меня вот это все. Фиговина. Ну все, да, уважаемые подписчики, моя бутылочка откуда-то мне. Я дал. Я не знаю, давай сюда положим бутылочку. На этом все, уважаемые подписчики. Следующая серия будет на РПГ. И вот мы железо забудем, и в следующей недельке уже построим, скорее всего, большую печку. Начнем следующие, это глобальные. Постройки из Грегтеха. Ну и постепенно нам за кадром будем что делать? Усиливать защиту. Хаммер будет убивать всех, делать рейтинг. Мы сейчас. А как я буду убивать, если там ПВЕ? Нет, вот здесь на ПВП. И мы и так сейчас, по-моему, на первом месте наш клан по этим. Ну там вы видели. Вот. Поэтому всем спасибо. Тут сегодня, ну сегодня нет, приходили ребята, но не так много. Good day, где ты нет? Good day, ты где? Я же тебе говорил. Мы, кстати, хотели в гости к Good day сходить. Он хотел показать. Да? Ну, он хотел нас призвать, показать, и его где-то не было. Good day, где ты? Ну, не смог. Я ему говорил в субботу давай. В общем, Good Day, ты, наверное, скорее всего, смотришь эту серию уже в пятницу, то уже, наверное. Да. И, ну, давай в следующую субботу мы к тебе пойдем. Ну, вот домик Good Day, я, в принципе, я-то показать могу его. Вот он, домик Good Day. Этот человек, который, ну, интересный человек, потому что он изначально, когда давно он нам мешал, потом перестал мешать, поэтому исправился. А вот, топтал пшеницу раньше, да. Даже потом у него какая-то война с Хаммером была, он его убивал. В смысле, Хаммера убивал, тот говорит, все, война. Ну, и может, я что-то путаю, но... Да. Да, вот. Но сейчас человек, он подарил нам, видели, колечки эти, довольно-таки ценный предмет. Хотя я потом уже сделал, но все равно колечки лишние иногда не бывает, да. Вот у него там, видите, что-то еще есть, но... Мы-то хотели потом в гости именно туда пойти. Вот у него поля. В гости в домик зайти хотели. Так что, Good Day, давай на следующую субботу. В принципе, давай на следующую субботу, пожалуйста, в гости с тобой сходим, покажем. Поэтому, видимо, не смог человек. Ну, всякое бывает, человек же не может... Ну, всякое бывает, то есть не получилось у него. Но мы снимаем пока что только в субботу, поэтому так вот. Да, в субботу у меня, то есть вы вот в пятницу-то смотрите, а вот
получается, ну как бы завтра уже, да, в субботу у меня приезжает из Парижа моя дочка Полина. И там что-то будет тоже, вы ее как-то услышите, увидите потом. Интересно, наверное, будет. Я пока не хочу спойлерить, что там потом будет, интересные какие-то моменты. Но следите, единственное, что могу сказать, что следите за моим каналом. Ну, в общем, пока скажу, что следите за моим только каналом. Поэтому не буду пока спойлерить. Ну, у нас там будет. То есть это запись там с моей дочкой, как бы не только увидите, на из Франции приедет, там что-то может быть расскажет. Не буду сейчас пока точно все это рассказывать, что-то еще там будет. На моем канале это, конечно, будет, но там кое-что, что будет еще на других каналах. То есть одно и то же видео будет не только на моем канале. Единственное, пока что могу сказать, скорее всего, если у нас получится. Если у нас не получится, то поэтому я не хочу это заранее говорить. Собственно, я уже вышел за все рамки, но я думаю, вы не против. Поэтому всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ты что за железо? Ты, слушай, забери, оно исчезнет сейчас. Эй, Хамер. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока!